последние годы перед российской энергетикой поставлена задача эффективного обновления и модернизации оборудования. Достижение поставленных целей невозможно без применения инновационных разработок. Закрытое акционерное общество группа компаний «Электрощит ТМ Самара» предлагает использовать новое оборудование. Накопленный опыт эксплуатации распределительных устройств наружной и внутренней установки 110-220 кВ, рекомендации и пожелания клиентов послужили основанием для инновационных разработок блочно-модульного распределительного устройства BM-ZRU SESH 110 кВ. Предпосылками для разработки данного оборудования стали повышение спроса на распределительные устройства компактного типа, собранные из типовых узлов высокой заводской готовности, потребность в увеличении пропускной способности электрических подстанций в пределах той же площади, необходимость использования оборудования в холодном климате или при агрессивной и загрязненной среде. В определенный момент на подстанции может не хватить мощности, например, при необходимости подключения новых потребителей. В связи с этим, при расширении к действующему открытому распределительному устройству 110 кВ, выполненному по схеме 5N, необходимо подключить дополнительно две линии. Новое схемное решение не вписывается в существующие габариты распредустройства 110 кВ. Для решения проблемы есть два варианта: перейти на использование или газового оборудования, либо использовать блочно-модульное закрытое распредустройство. BM-ZRU SESH 110 кВ по мостиковым схемам занимает аналогичную площадку, что и CRUE 110 кВ, но при этом нет особых требований к зданию и строительным работам, более простой монтаж и ввод в эксплуатацию. Отсутствует необходимость обращения с продуктами разложения или газа, что позволяет сэкономить средства в процессе эксплуатации распредустройства. В здании не требуется усиленной вентиляции для удаления продуктов или газа. И самое главное, это оборудование дешевле, чем CRUE. BM-ZRU состоит из стандартных блоков. Комбинация этих блоков дает возможность создавать любые типовые и индивидуальные схемы. BM-ZRU SESH 110 имеет внешние металлические перегородки с дверью для доступа к высоковольтному оборудованию. Модуль блочно-модульного закрытого распределительного устройства представляет собой одну объемную конструкцию, разделенную на зоны. Зона размещения высоковольтных аппаратов и выкатного элемента с функцией разъединителя. Зона ввода в ячейку с линейного ввода. Зона сборных шин межячейковых соединений. В зоне размещения высоковольтного оборудования установлены опорные изоляторы, измерительные трансформаторы и заземлитель. Выкатной элемент с функцией разъединителя имеет двигательный привод и занимает два положения – рабочее или контрольное. В зоне линейных вводов расположен разъединитель с центральной поворотной колонкой. Разъединитель и его заземлитель имеют двигательные приводы. Уникальная конструкция разъединителя позволяет значительно уменьшить габариты BM-ZRU. Управление приводами выкатного элемента и разъединителя выведено на фасад ячейки и размещено в отгороженных специальных отсеках для оперирования и обслуживания приводов. Возможны два варианта размещения для BM-ZRU SESH 110 в составе подстанции. Как отдельно стоящее закрытое распредустройство 110 кВ, размещенное в здании укрытии, так и встроенное в здание закрытой подстанции. В случае закрытой подстанции получается еще большая экономия по площади, потому что оборудование размещается на двух этажах. Этот вариант очень удобно использовать в городе, учитывая стоимость земли.
При этом для здания подстанции может быть предложено архитектурное решение, которое лучше всего впишется в окружающую обстановку. Кроме значительной экономии по габаритам, блочно-модульное закрытое распредустройство BM-ZRU-SH-110 можно использовать в холодном климате, когда любые другие типы оборудования, в том числе и элегазовое, уже не работают, а также в агрессивной и сильно загрязненной среде. При этом отсутствие элегазового хозяйства позволяет сэкономить средства в процессе эксплуатации распредустройства. В здании не требуется размещение усиленной вентиляции для удаления продуктов или газа. И самое главное, это оборудование дешевле, чем Круэ.